Удобная логистика, даже недостаточно, а суперудобная логистика. Сейчас закрыли МЦД четвертую, и в принципе сюда можно сейчас добраться множеством способов. Вот, и я думаю, что проблем с логистикой не должно быть. И специально выбрали рядом площадку именно и с метро, и с железнодорожной станции, чтобы можно было без проблем добраться. В пути сейчас мы будем буквально 3,5 минуты. Так, значит, ориентир — это трамвайные пути. Вон там буквально уже метро Новогиреево. А там, значит, у нас станция Новогиреево. Ну, где-то, не знаю, метров 500, наверное. Вот. Эта площадка буквально, я говорю, ну, метров 500, наверное, она от станции и от метро. Очень удобно, здесь мягкое покрытие. В принципе, все красиво, чисто. Я думаю, что будет все классно. Посмотрим с погодой, но я думаю, с погодой нам тоже повезет. Тоже вот для ориентира — это салон красоты Алиса, стоматология. Вот здесь вот тоже знак МЦД. Здесь вот площадка детская, так что в принципе достаточно, я думаю, быстро и легко можно добраться. Ну, то есть основной ориентир — это все-таки рельсы. Выходите с метро и по рельсам двигайтесь метров 300, наверное. Метро вот сюда прошли, ну буквально там метров 300, хоккейная площадка, не промахнется. По поводу покушать, сходить в туалет, руки помыть. Вот все-таки привязываемся к точкам питания. Есть Додо Пицца и есть вкусные точки, ну бывший Макдональдс. В принципе, ну, так можно червячка заморить и что-то там перекусить.